Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Управление госавтоинспекции по Кировской области напоминает, что прием граждан по вопросам регистрации транспорта, выдачи и замены водительских удостоверений осуществляется сейчас только по записи через портал госуслуг. По отработанному сценарию в электронной форме решаются вопросы с внесением изменений в конструкцию транспортного средства. При таком формате работы в апреле в МРЭО ГИБДД выдали почти 5000 свидетельств о регистрации ТС и более 3500 водительских удостоверений. Трасса 101. ПДД готовят очередные поправки. К примеру, туда хотят включить такое понятие, как средство индивидуальной мобильности. Это электросамокаты, моноколеса, сегвеи, гироскутеры и прочие устройства. Передвигаться на них разрешат в пределах пешеходных зон. Ночью они обязательно должны быть оснащены горящими фонарями. Еще одно новшество предполагает появление на светофорах дополнительных секций. Они будут предупреждать водителей о том, что для пешеходов на переходе, который располагается за поворотом, горит зеленый свет. Трасса 101. «АвтоВАЗ» объявил войну владельцам автомобилей «Лада», которые прибегли к так называемому чип-тюнингу. Теперь в дилерских центрах у машин, которые находятся на гарантии, будут обязательно проверять версию программного обеспечения блока управления. Если будут обнаружены какие-то отклонения, то авто с гарантии слетит. Подмену обнаружим в любом случае, предупреждает автопроизводитель. Трасса 101. Калининградский завод Kia приступил к выпуску нового кроссовера Seltos. В базовой комплектации машина будет стоить 1 миллион 120 тысяч рублей. Продажи должны стартовать в июне. Автомобиль оснащается бензиновым мотором объемом 1,6, мощностью 123 лошадиные силы. Коробка механическая, привод передний. В списке оснащения, к примеру, ассистент старта на подъеме, кондиционер, аудиосистема с 6 громкоговорителями. Трасса 101. Вы не по своей вине попали в аварию и в рамках ОСАГО направляетесь на ремонт в конкретную автомастерскую. Однако там выясняется, что денег на качественное восстановление машины может не хватить. Дальнейшее развитие событий пояснит руководитель Кировского регионального экспертно-оценочного центра Юрий Чопоров. В данном случае ремонтная организация будет пытаться вписаться в эти деньги, но, как правило, устанавливают либо детали бэушные, либо детали неоригинальные. В случае, если они захотят или предложат вам установить оригинальные детали, тогда, как правило, они предлагают вам доплатить определенную сумму за эти оригинальные детали. Если вы не согласны с доплатой, то в данном случае можете разницу взыскать уже непосредственно с самого виновника. Как это все сделать, за разъяснениями можете обратиться в нашу организацию Кировский региональный экспертно-оценочный центр. Орловская, 52, телефон 64-50-04, сайт Кросс.ру. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.